Я сам это пережил. Здесь многие сидят, которые пережили это. И наш нас здесь. И наши. Мелех. Чеки дохи фарзанд. И яке аз ними хайот хамуру зрав. Мондегеш кторат ме бери. Яким достане азис. حیاتی آدمی زود باید هر یک کاری دنیا می آمدگیه رحمت کند دادیمه می گودن که مردوار پشتی سر کرده دانه پیریشیتی با امید پیریشیتی با بای جمعیت با نومینیک и вот мы все знаем, 10 лет, 5 лет тому назад люди выходили из дома, не знали, что вернуться домой или нет. Не знали, его похоронят или не похоронят. Имруз, Бапой Джамиад, Баноминек. Фарзанды Кобиль. فرزندی خدا رحمت کنه روی ناکی من باشن الهی که مفتکی باشن اکه و که ها سلامت باشتان همتون دوستان عزیز امونی پسیشی من با عقل آدم ترکی نمیم یکی رحمت کنه دادیم یکی که همی که خوش رویه خاک با خودش قبول کرده کرما آمده خورن اگه کزالز بید تکوه جیز надо с этим мириться. Весь мир театр. И все актеры по неволе. Вселенная судьба распределяет роли. И небеса следят за нашей игрой. Это очень большая пируш. У меня эта книга есть. Шекспира, когда распределение жизни, такова жизнь, вот этот стих прочитали, так ему сказали, слушай, тот, который сыграл свою роль, все ему хлопают, а он ушел за сцены. Я хочу, чтобы он еще раз вышел, чтобы я ему бурно аплодировал. Он говорит, нет. Он вышел за сцену. Он уже второй раз не вернется. Достанется. Мого боюшого боят бьоим брой тасалой дюдодан. Фамодан ки дунья амиш амин. Дунья гзорон. Дунья я кадраш аму номи неки ки фарзандо хешу табор модар пад боят ме бьора. Неким керосин зада олов зада асаринау файда надора. Брой подру модар керосин зада дар гирондан фойда надора. Ман аз худо талаб бекунам ки хони мафрада пиим ино екам салин Робин Джон ба неки гузара Шура Джон све бахша фарзандой Кобил кран карда ки рахмат куна Рашид Джона ма фахр мекуни. Вот одно имя, что сегодня дети говорят Кадиш, царство его небесное. Это какое-то особое благословение. А те, которые ушли десятками тысяч без Кадиша, а что ты можешь сказать? Тоже есть такое. Поэтому я не буду говорить много. Правильно сказал Исраиль Джон, что Рахматкина Тадиме Гутанки, Ярга Юшова Мадама, микрофона сахнакап, кине то ахони очень на урди. Тебе дали, ты должен подумать, что еще другой такой же человек может что-то сказать красивее тебя. Поэтому всегда надо думать о том, как быстрее отдать микрофон, чтобы послушать и другого. Салам алейкум.